фонарик выключить. Я в шортах, а потом в майке. Майка. Вот, видите, вот этот, вот, это с этого, это от человека, а это... Вот это НЛО. Вот это то, что светится, сейчас найду. Да вон. Вот, это светят люди, а это НЛО. Конец, это близко. Блин. Капец. Скоро конец света! Котик. Да. Да. Контакты на... Приветствуем вас! Мы земляне! Приветствуем вас, НЛО! Мы земляли! Не ори только. Вот оно. Все, пошли, да. Посмотрели. Во. Да, НЛО, блин. Да. Ну, видите, никто не светит. Там какой-то, там какая-то тень на видео. Вон, он даже просвечивается. НЛО приблизилось. Все, до свидания.
Mary said about to be a fool. It's now loading its fuel there because there's an energy vortex there. This is Scarborough, Ontario, Canada. This is November 2021. See? It's now loading its fuel there. Now, after a time, it's gonna, it's like 5 minutes, it's gonna go for its trip. But the interesting thing is, yeah, see, it's about to be full. Interesting thing is, it's their station. You still don't believe? Yeah. So,